зашли в магазин, и мы захотели купить себе карри, но мы не можем понять японский, потому что мы не говорим на японском, лично. И поэтому мы сейчас, есть такая программа Translate Google, в Google есть такая функция типа сфоткать. Мы берем сейчас и фотографируем. Телефон не мой, Арины. Показываем, выделяем вот это вот. Переводим. Сладкий рот. Видимо, это сладкий карри. Сладкий рот. Дальше это. Просто я хочу не острое, а Арина хочет типа... Среднячок. Да. Сладкий рот, блин. Ага. Средние пряные. Вот это, наверное, я себе возьму. А это какое? Это вроде самое ядреное, еще узнаем. Ну, еще узнаем. Оп! Сухой! Можно мне зелененький? Давай возьмем два зелененьких, короче. Да. А еще мы взяли рис. Направо. Ну что, привет, ребята, с вами Таша Тарусова. Я сейчас вам покажу самый настоящий японский рай. Он выглядит примерно вот так. Нифига себе там людей. Мы думали, будем такие умные, придем всем. Ладно, пошли. Суши, суши. Я в шоке здесь людей. Сегодня здесь очень много людей. Обычно не так много, и вот все съедают. По тарелок 10-15, сколько хотите. Так, для начала, вот держите вам вот это вот. Вытирайте ваши прекрасные ручки. Я аж с ума схожу. Ну, будешь чай? Да. А если я просто хочу взять суши? Это горячая вода. Конечно, ты можешь взять любые суши, какие только захочешь. И вот это чай. Здесь такой принцип, что суши просто идут, и ты можешь выбрать себе любые суши, какие только захочешь. Вот, допустим, вот эти или вот эти. С креветками неплохие, но я жду свои любые. Любые, любимые, ё-моё. Я взяла все суши с кукурузой. И какой-то омлетик. Даша мне его посоветовала. Это Даша. Блогер, блин. Это мои любимые суши. Почему, не знаю. Но я именно к ним и шла. Мне никогда не нравились. Это я не знаю, что. Здесь очень много, что я могу вам ответить, это я не знаю, что. Вот, креветки вкусные, если хочешь, попробуй. Вот это вот. Это тофу. Ага. Сейчас попробуем. Внутри что? Просто рис, что ли? Мне такое неинтересно. Слушай, это, по-моему, те, которые мои. Вон, бери. По-моему, они. Нет, вы по-другому полили. А, нет, я их полила. Это они, я их полила. Сверху лучок, майонезик. Так, у меня сегодня обжирало. Подожди, это что-то очень... Это похоже на колбасу. Хватит есть уже.
Сколько много видов рыбы? 8 тарелок. Я обычно приходила по молодости по своей, съедала по 10. Сейчас, я думаю, это, наверное, последнее. Это уже все. Я не могу, я все уже. Своё любимое съела, все, что можно, кроме моего любимого омлета, потому что она его выхватила. И больше его здесь нет. Все. Вон только что дядя брал и поджигал рыбу. Сейчас будет обратно поджигать с другой стороны. Это восхитительно просто. Сюда приходишь, объедаешься сушами и неделю больше ничего не хочешь. Никаких суш. Кстати, что он там поджарил? Я тоже хочу. Это был уголь. Кто? Это похоже на уголь. Короче, какая-то рыба, я думаю, мы ее узнаем. Какая-то рыба, да? Стопудов рыба? Да, это рыба. Думаешь? В суши-ресторане? О! Слово даю. Я тоже такое хочу. А, это под заказ. А что, что это было такое, ребята? Девять тарелок. Я все, я объелась. Настолько? Десять? Блин, у меня было 4 тарелки по одной суши. Блин, почему же так вкусно? Короче, я не просто объелась, я не знаю, я, наверное, следующую неделю точно не буду есть, потому что это безумно вкусно. Одна тарелочка стоит 125 йен, что в переводе на рубли будут, девочки, 55-60. Ну, короче, 65-70 рублей. Дешево это? Да. Дешево, говорят люди. То есть, как бы, блин, это реально суши. И суши очень качественные, вкусные, просто готовят прямо перед тобой, вот так вот. Вот он все готовит. Мир суши. Здесь нет никаких Калифорния роллов, не настоящих, там всякой фигни. Здесь вот, вот такой вот все. Молодцы, дяди стоят весь день, работают. Мне плохо. Давай, давай, дай, дай последнюю. Она взяла какую-то икру очень острую. Теперь ей плохо. Мне плохо от 10 тарелок. Давай, давай. Последняя. Чай, кстати, очень вкусный. Мученик, блин. Спасибо большое, это было очень вкусно. У нас получилось, у меня получилось 9 тарелок. Вот, мы сейчас идем на кассу. Я так оделась. Ну слушай, если так раз в неделю. Чувствую себя беременной.